Народная артистка СССР Александра Пахмутова в этом году отметит 90-летний юбилей. Ее композиции исполняли первые звезды СССР. Ее шлягеры звучали на всех радиостанциях Советского Союза. 8 ноября на сцене Большого концертного зала солисты Калужской филармонии в музыкальном сопровождении губернского духового оркестра и струнной группы Калужского молодежного симфонического оркестра представят концертную программу «Главное, ребята, сердцем не стареть», в основе которой лежат самые известные и любимые песни Александры Пахмутовой. 8 ноября, Калужская филармония. Главное, ребята, сердцем не стареть.